Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Essential BHU-60. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне добавить какое-то мероприятие в календарь. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в календарь. Переходим в календарь. Дальше в правом нижнем углу нажимаем на плюсик. После этого выбираем, что именно мы хотим создать, или же нас закидывает сразу в добавление какого-то события в календарь. Мы добавляем название, например, день рождения. Дальше, как долго будет длиться данное событие. К примеру, в моем случае это весь день. А дальше выбираем дату. Дальше мы можем выбрать, повторяется ли данное событие. В моем случае это каждый год. Вы настраиваете это на свой вкус. После чего вы можете также указать место, где будет происходить данное мероприятие. Уведомления я бы хотел, к примеру, за неделю до самого дня рождения, чтобы купить подарок. Вы же выбираете, что хотите. Дальше мы можем добавить какое-то описание. Например, день рождения у меня. Ладно, сойдет, неважно. И нажимаем сохранить. После чего, как видите, у меня здесь сохранился пункт, который называется день рождения. Мы можем справа сверху нажать удалить или изменить его. На этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!